И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем опять в лунный биом. Да, пойдем в ту же самую миссию. Ну, в смысле, не ту же самую, а на ту же самую точку. А, там что-то со жнецом было связано. Не помню, как было, где я копаюсь. Крашница. А, вот, работа над ошибками. А, это, наверное, работа над ошибками. Вот это, да, работа над ошибками. Типа подразумевается. Добить, скажем так, нужно будет. Ну, тоже вариант. Тоже вариант, и тем более на следующей комиссии. Хотя. А, подожди. А, у меня еще вот это вот. Не, давай работа над ошибками. Сгоняем туда, чтобы уже быть там. Кстати, помните та миссия, за которую мне давали шлемаки? Куча шлемаков. Ну, в смысле, вот эти вот рабочего. Это, короче, миссия и была, то, что мне нужно. Где должны были дать помпари. Но шлемаки на что-то 0,15% больше шанс. Поэтому мне дали 5 шлемаков вместо помпарей. Короче, мне это еще говно придется еще раз, несколько раз проходить, чтобы мне все-таки помпарь нормальный выпал. Говно! Естественно, говно. Ой, не туда. Космос второй. Вроде бы ночь. Но как по ходу дела, здесь вообще свои циклы дня и ночи. Потому что здесь это рассвет или наоборот. Сюда двигается. А, не, все правильно. Он сюда заходит. Отлично, отличненько. Спускаться нужно туда вниз. Такое слово. Нет. Ту. Все-таки, как это чертовски красиво. А, я колонки не выключил. Вот это все-таки чертовски красиво. Прям кошмар как красиво. Да ты серьезно? А пошел ты. Ей! Я от себе урон увеличил сразу заранее, чтобы пройти миссию по этим. По отбейся на всей территории, вот это вот и все. Потому что там, извините, там нельзя достать свое вот это оружие, а ихним оружием почему-то у меня не получается сделать. Альфа-миссию пройти. Работа над ошибками. Погнали. Рекс второй. Братан, ты что? Пошли. Забыл вызвать. А, так не туда же мне надо. Куда-то сюда же. Сканируй! Во, погнали. Пум-пум-пум. Пока что еще хорошо. Но потом будет чутка похуже. Ну ты серьезно? Так. Следики. Ладно. Тут как бы чуть-чуть осталось, а потом все нормально будет. Все будет хорошо видно. Благо я тем более плюс-минус думал, что помню, что я туда побежал, не знаю. Плюс-минус все равно следы все те же самые. С прошлой миссии прошел лишь только мой завтрак. 8 утра? О, 8 вечера. Ха! Ну да, позавтракал 8 вечера. Тоже бывает. Ой, да ладно, в туда. Ну блин, ладно, это гамма. Разгон! Я даже прыжок нажал, прикиньте. Я серьезно нажал пробел. Ой, здорово. Не, иди нафиг. У Рекса урон не увеличен. Я не знаю, что я буду делать с Альфой. С винтовки нафиг расстреляю. У меня зато урон увеличенный. Пошло все в шоку нафиг. А! Нифига себе пролагало. Давай. Стоит. 150 такой стоит, смотрит на меня.
злобно. Их по три? Что там такое? What the fuck? Я сейчас просто такой в недоумении. Ага, я что-то нашла. Прям реально я сейчас в недоумении, какого фига это. Это было как минимум необычно. Типа просто я их убил и все, и погнали дальше. Окей. Прикольно. Вот это меня прям сейчас миссия удивила. Я прям такой неожиданно. Ой, да ты там до сих пор стоишь, что ли? Ну, бедолаг застрял. Ну, что поделаешь? Ну, бывает. Какая сволочь кричала? Я там Рипера просто слышал. Не, флешбеки сразу собираться и что-то накинулись на меня. А, во-во-во, сейчас-то я помню, что здесь в следике. Правильно. Ну, вроде как даже что-то где-то зацепил. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вот и иди нафиг. А чё по ним такой жесткий урон? В смысле по ним урон, ну это... Да я понимаю, что усиленный, но все равно по ним должен был урон быть поменьше, я ж без светлячка, как бы то ни было. Как говорится, что я против, что ли? Если так в целом миссии пройдут, то я что, против, что ли? Наслю дурака, так ладно, под след брать не буду. Начинаю сканирование. Я надеюсь, что это будет не критичным. Так, все, я тебе уже... А, нет, цепляй! О, кайф! Я даже эти зацепил. Кайф. Ну, давай, приземляйся. Отлично. Вот жопошная жопа. Кстати, в воздухе на Диносе намного... В смысле, вот, в невесомости на Диносе намного легче управляется, нежели... человеком, то есть как бы Диносом ты можешь туда-сюда вот это вот и двигаться в воздухе вперед-назад. Человеком нет, ты вот как летишь в одном направлении, ты так летишь, то есть ты как бы назад двинуться не можешь. В чем логика, не понимаю, но на Диносе это очень сильно помогает. Поэтому иногда по прямой прыгнуть со скалы легче, ну то есть с одного астероида на другой астероид прыгнуть легче, нежели это. Так, 14 тысяч. Ну вот это уже очень походит на 3000. Вот это очень походит на жопурон. Свет. О! Я на операции ею не пользоваться. Надо взять светомет. А, подожди, светомет. А аккумуляторы? А как заряжать аккумуляторы? Блин, надо сейчас посмотреть, как заряжать аккумулятор. Чё он чё такой жирненький? Вот в смысле, поставить светомет, короче, вот так вот перед миссией, поставить светомет, чтобы он светил сюда, и вот так вот подойти и мочить. Ну, это единственная мне мысль пришла в голову, как это сделать. Ну, что-то наподобие, да? На подходе, в смысле. Тех-то безымянных там вообще разнес, ну видели там урон вообще прям изи-бризи. А вот с этим тут основная проблема, это вот он будет. Блин, король, мать его за ногу, жнец. То есть по факту мы тут проходим два раза одно и то же. Ну, в смысле, два раза убиваем короля жнеца. Какая тупость. Ну честно, это тупость. Это... Ой, мы не знали, что придумать. Давайте второй раз короля жнеца убивать. А, давайте, клёво. Это же так клёво убивать короля жнеца. Допустим. Охотник один.
Эй, ты чё жопу повернулся ко мне? Так, что мы здесь получили? Огнеметушку. О! Вспомнишь? Светомет, вот оно. Надо сейчас посмотреть, как ими светить. А, световые гранаты, это только растение Y же, да? Светящаяся палочка, это не то. Светомет. Вот как аккумулятор разряжать? Ладно, чё, погнали на базу. Детишки на радость. Вот туда забираться, да? Вот это кайф обратно забираться. Ладно, погнали на базу смотреть, как сделать аккумуляторы. Без них точно ничего не получится. Кстати, мне бур дропнулся, который можно разобрать. Почему самый топовый оказался? Мне просто теперь интересно, сколько я с него ресов получу. Неплохо! Ой, я тупой. Его ж дают уже заряженным. То есть 500 из нуля, это у меня он уже заряженный. Ой, я тупой. В этом плане. Ух, это кайф. Это получается у меня уже заряженные это светометы есть. Я уже просто сделал аккумуляторы. Они никак не заряжаются по-другому, кроме как то, что я показывал на операции. Так что такая вот фигня, а так как они уже заряжены, и вообще кайф. Супер, замечательно, великолепно, погнали. Светает! Вот задница, всю ночь протусил. Погнали, погнали обратно туда. Вот, бетка, жди меня, работа над ошибками, бета. Стой, 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 овца! Ой, вот, спасибо. Так, отлично. Ну что, погнали. Погнали пробовать. Не знаю, конечно, что из этого выйдет. Но я рассчитываю только на лучшее. Не мешайся. Вот ты, свинтус, жирно развалился своей жопой. Так хорошо бежал. А-а-а! Не знаю, видно вам и нет, но здесь такие чутка красненькие точки видно, и на том уже хорошо. То есть, как бы я поэтому по ним могу бежать немножко быстрее, нежели обычно. Да, это там, где они могут... Пошел. Летать. А кто-нибудь мне подскажет, какого фига опять радиация какая-то началась? Ладно. Супер. А, точно, меня сейчас еще эта радиация будет бить. Да, кайф. Эта радиация бьет, короче, ты такой... Уу! Птичкой вниз. Нет? Начинаю сканирование. Я очень не люблю, когда случается что-то такое, что никак не объясняется. Вот. Сейчас происходит именно это. Да, они даже из земли не успевают вылезти. Это хорошо, это меня очень сильно устраивает. Тем более, что урона по ним достаточно для ваншота. Ваншот, ванхель. Куда-то сюда видел, да, во. Смотришь на это? Дай-ка я быстро это просканирую. Я очень рассчитываю на то, что светомет мне поможет. Он очень... Он должен помочь. Если он не поможет, ну это тогда вообще для чего это кусок говна нужен? Вот.
83? Слушай, так это другая. Ну, в смысле, другая полоса прохождения. 83, мне такое не попадалось. Ну ты серьезно? Ну прям было видно, что туда нужно повернуть. Нет же, давайте, полетаем, мать вашу, еще. Прям очень сильно бесячая эта фигня. Прям очень сильно бесячая эта фигня. Вы ж мало полетали, мать ваша. Давайте еще полетаем. Еще вот этот неизвестный кусок говна будет тебя бить. Точнее, воздух тебя будет бить. Кайф. Во. Ну спасибо. Ты пошел в жопу, дебил. Так. Отлично. Мне надо подготовить тут вообще-то плацдарм под файта. А ты пошел в жопу. О, отлично. Отлично. Я думал, он согрелся. Нет. Повезло, 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 повезло. Супер. Прям очень бесячая фигня. Такс. Хотя не, давай, вот тебя уже разрядил. А я просто на базе такую поставил, такую... Включить. Оп, включился. Такой, что? Как так? Выше, 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 выше. Высокая яркость. Отлично. А теперь этого говна надо согреть все. Я говорю, этого говна надо согреть все. Не, ну по 2900 тоже как бы хорошо. А-а-а, они пока под землей, я по ним такого урона ношу. Прикольно, они вылезли, по ним говно урон пошел. О, спасибо! Спасибо! Я бы тут еще полдня бы шел бы вот так вот. Кайф! Смотри! Я не тупой. Я сам догадался, даже если вы писали в комментариях про те прошлые мучения, я сам догадался, я не тупой. Ну че ты отошел от светомета, гнида ты лысая? Не-не-не, только по светомету не бабахнет, тварь. О, ты пахнулся. Это я прям, короче, прям так красиво на край поставил. Вот ты пошел в задницу, меня и так бесит то, что меня бьет ничего. Заметку, кстати, надо будет взять. Говно! А, кстати, чё? Чё я в натуре? Так. Встаем под светомет. Вот сюда. Согрелся? Кассетский. Какой кайф, когда ты понимаешь, что ты сделал что-то хорошее, умное и правильное. Еще бы вот игра не была бы куском говна. Вы хотите сказать, что это не кусок говна, когда тебя просто вот так вот подбрасывают вверх существо, которое выше тебя, да, выше тебя. То есть существо выше тебя, оно каким-то образом тебе под ноги залезло. Ну, заебись, простите за мой французский. Пошло все в жопу. Ну, миссия и так кусок говна. А тут еще и метеоритный дождь. Ну, супер. Что еще сказать-то? Ну честно, миссия и так кусок говна, а тут что метеоритный дождь летит на тебя. Кайф, мать вашу. Разработчики, чтобы у вас, пидоры, на лбу в хуй вырос. Прям простите, народ, но это все, это пиздец просто. То есть и так
Локация кусок говна. Итак, миссии дебильные, когда тебя просто заставляют два раза проходить одно и то же. Еще и разработчик делал так, что у тебя вот такое говно случалось. А говно случается. Мне же надо просто свой этот светомет это и по ходу дела я по новому буду миссии проходить. А что, я под метеоритку что ли сейчас с Рекса подведу? Ага. Нашли дурака. Так, все, иди, короче, до дома. Я светомет сам заберу. А если сдохну, то сдохну лучше сам. Говно! Не, ну, время есть, я просто решил еще немного подождать, залез сюда, стою, жду, смотрю, чтобы метеориты на меня не упали. Ну, в целом-то я стою в том месте, где, если жнец даже подбежит, то он тпхнется обратно. Ждем, ждем, вот. Он ждет тоже, вот, спрятался от метеоритов, красава буквально. Я вот жду. Че, закончились метеориты? Ну, слава богу, господи, я думал, это никогда не закончится. Ай. Или еще где-то. А, нет, ты меня тряхануло, потому что это... Иди сюда, Свинтус. Сколько? 700, ну кайф. Причем все было нормально. До того момента, пока этот Свинтус меня не подкинул. А потом метеориты пошли. В смысле, ты сейчас там стоишь? Лапой на свету был. Ты не оборзел ли случаем? Вот, облученный светом. Сейчас кругаля сделать. Отлично. Ой, все, в жопу. Ладно, благо хоть лучемет сработал. Точнее, светомет. Ой-ой-ой. Какая же тупость, этот сраный метеоритный дождь. Хорошо, что решил подождать все-таки. Не, в целом, конечно, здесь, да, можно было поставить, типа, один светит, другой бьет. Тоже, как бы, вполне нормально. Но поставить на землю, вот, это тоже очень хорошо срабатывает. И, слава богу, это срабатывает. И далее, конечно, я бы не сказал, что что-то хорошее. Но самое, что хорошее мне могут дать, это то, что я прошел миссию и не сдох. Вот это самое хорошее, что мне могут дать в целом. Ой, ё-моё. Молиться на то, чтобы не сдохнуть от, как, от факторов, которые от тебя вообще никак не зависят. Дожились, ешкин кот. Ну, кстати, отсюда можно забраться наверх. Кстати, заметку взять. И вон туда полететь. Здесь, кстати, удобненько. Но повезло, что метеоритка закончилась быстро. Обычно он как-то подольше был. Ну, а тут прям повезло. Повезло. Что еще скажешь? Там еще какие-то воздухи торчат, как будто по ним можно это паркур устроить, прокрыть. Еще один блуждающий файл истории. На сей раз нечто таинственное. Космическая миссия Восход 2 1965 года. Все шло наперекосяк. Во время выхода в открытый космос скафандр космонавта раздулся, и ему пришлось вручную сдувать его, чтобы пройти через капсулу. А спустившись на Землю, космонавты оказались посреди дикой тайги за сотни километров от какого-либо жилья. Они провели две ночи в лесу среди волков, прежде чем их спасли. Чем-то напоминает то, чем мы занимаемся здесь, симуляцией Genesis, а? Блин, это кайфовая заметка. Это, можно так сказать, урок истории. Маленько урока истории в вашу ленту, ну, скажем так. Блин, прикольная заметка. Вот такие заметки мне нравятся. Погнали на Альфу. Запускаем работу над ошибками Альфа. Времени, конечно, прошло дофига от серии. Давайте я покажу концовочку. Чисто последний босс-файт. Не желаешь поохотиться, выживший? Конечно, да. Когда они из-под земли вылазят, это прям урона по ним вообще ни о чем. Офигеть. А сколько они урона вносят, это вообще ужас. Вот это был нежданчик.
Не знаю, может, не отхилялся с прошлой миссии, но сколько они урона вносят, это, конечно, прям маврям, я офигел. Он просто первым уроном одного я сразу же 11 тысяч нанес. А потом они вылезли. Это было необычно, неожиданно. Я привык уже к тому, что они ваншотаются сразу же, и все. А тут они повылазили и такой, оп. Прикольно. Ну вы видите, да, сколько они урона вносят? Это флоу, они в трёхе просто. Не успел, называется, убить под землей, но тебе кранты, короче. Офигеть, альфа, я боюсь, еще хуже будет. Ну тут опять-таки же, тут этот лучемет, все дела, и они бы вообще были бы изи-бризи, но... Но, блин, но! Ох, а, это там миссия. Там воевать уже полегче будет. Ну, в смысле, там подготовиться вроде бы будет полегче. Это как не прошлое, точнее, не как прошлая миссия, где ты просто такой приземляешься и оп, они у тебя перед лицом сразу же спавнятся. Здесь будет время подготовиться. Жопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эй, мелкие пиздюки уже бегут. Да пошли вы, ублюдки! Да ты не застревай! Я испугался. Ну, блин, реально он мог там застрять и все, и кирды было. Ну ничего, ничего. Сейчас поставлю светометики, будет там жопа драни. Так. Так как я богатый перспективный, я могу их поставить просто-напросто несколько. Вверх-вверх и высокая яркость. Так, дальше где еще мои светометы? Кстати, вот этот мне дали за прошлую миссию. Включаем. Вверх, вверх, яркость. Включаем. Вверх, вверх. На тебя. Хотя я как-то поставил, конечно, по-тупому в этом плане, поэтому давай вот так вот поставлю. Здесь вверх, просто высокая яркость. Отлично! Пиздюки! Нет, а? Пиздюк! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! А, я там в камень стреляю! Эй, классно. Надеюсь, они здесь не тпхаются. Ну ты чё там? Стрел-то? Не, я не против. Я не против. Он затупил, а я не против. Ну да, да, да. Иди среди. Говорю, иди сюда. Жарабас. Иди сюда. Оп, а какашки-то мимо пролетели. Срет он на своего хвоста. Ну, сейчас-то вот ты-то, короче, вообще прям. О-о-о. По 2000 под этим? Чутка отвлекли. Ну, ой, посмотрите. По 2000, мать его, за ну. По 5000 он вносит в меня. По 103. Ты, а я, серьезно? Пошел в задницу, дебил. Ой, голову себе харкни. Во-во-во, ты можешь летать. Пошел ты. Офигеть. Под облучением он по 2000 я по нему глушу. Понимаешь? Ты понимаешь, насколько это жопа? Он один меня раздербанивает. В хламину. Да, но это займет дольше времени. Какой же все-таки искусственный интеллект здесь кусок говна? Ну вот честно. Вот там он уже стоит, тупит минуту. И, кстати, да, это уже третья хилка, которую я юзаю. То есть даже под светометом я его мочу, это третья, мать его, за ногу хилка. Понимаешь? Это прям жопа! Под светометами!
Под увеличенным уроном по нему. Это кошмар. К жиропасина. Чуть дали 350 тысяч хп под эльфача. Кошмар какой-то. Отлично, остается только пару безымянных, и у меня на это 5 минут. Ну, это как бы говно просто сюда надо выманить на светомет. И все. Пошел ты. Пошли. Ой, ну это будет долго. Хотя, с другой стороны, у них же хп вообще ни о чем. Но мне интересно, сколько я урона внесу под светометом просто. Ну давай уже там. Какаху свой превращаешься. О, по 1700, нормально. Меня прикалывают, когда они апгрейдятся, и у них это... По ним урон больше проходит. Э! Говно. Ой. Ой, ты пошел ты, короче, в жопу сейчас буду кто-то с тобой. Баганулся после того, как он превратился в здорового, типа, в типа усиленного. Баганулся и все. Ну и этот имбетил от нас, который просто там застрял. О, не, смотри, сам вылазит. Отлично, сейчас он туда улетит. И здесь он заспавнится. Супер. Самое, что тупое, они багаются. А время-то тикает. Тикает. Они багаются. А время тикает. В миссии на время... Багаются уроды, которых надо завалить. Кайф! Ну пошли, может, тебя доведу до светомета. И ты смотри-ка. Он опять так же подошел до того же самого места и застрял. Ну и пошел ты. В задницу все. Заработал неплохой трофей. Yep. Фух. Какая же все-таки это тупость делать однообразные миссии. Ну ладно, светометы благо вспомнил о них. Метеориты вроде летят снизу вверх с автоматическими, на них пофигу, я вот конечно их не вижу, но они вроде бы слышу, что бабахаются. Вот остается только все собрать. Да, вот вижу, они там пиво сверкают. Но мне пофигу на это дело. Они снизу вверх бьют, а мне на это плевать. Ну, да. Газы, конечно, говно. За... Ой, я вообще не понимаю, как это миссия. За миссии распределяются вот эти призы. Вот, ты убил короля жнеца, и тебе дают что? Огнемет и меховые перчатки. И факел. Два факела. Рогатка. Ну, я вообще очень сильно не понимаю, как здесь призы пару разделяются. Прям сильно не понимаю. Поэтому уж извините. А, во, видно было, как он пиром бабахает. Вот, извините, как говорится, но мне этого не понять. Увы, к сожалению, это факт. Ладно, чё. Будем уже на этом с вами прощаться, как говорится. Всем спасибо за просмотр. Да, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, не конечно, делиться моим видео с друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока. Как же это все меня бомбит, вот эти все лунные миссии. Ох, кошмар.